Тимушка разгулялась, расшалилась, совсем не хочет уходить. Но и я не буду ее торопить. Пусть еще немного порезвится. Как встретишь этот праздник, какой он будет, такая будет весна, за ней лето, урожайное, хорошее. Ну, поэтому мы искренне желаем вам сегодня насладиться общением, погулять. Благо сегодня на самом деле хороший солнечный день, пообщаться с родными, с близкими, с друзьями. В сторону отбросить все нехорошие эмоции, нехорошие чувства, чтобы все было хорошо в ваших семьях. Мира, добра, покоя, тепла, красоты, любви, радости и счастья. С праздником, дорогие наши!